На территории Мариуполя умер 7-месячный ребенок от недоедания. Это та территория, которую контролирует президент Порошенко. Почему умер? А потому что там вся нарушена система социального обеспечения. Ни врачи не приходят и так далее. Чего сюда едут из Донецка люди за едою? Еще раз. Покупают там еду и везут в Донецк. Вы не играйтесь. Это МВД Собчак. Ну сколько можно вот этой спекуляции? Семимесячный ребенок. Это трагедия. Послушайте, вы спекулируете. Детей, а почему умер? Вы сейчас заставите меня совершить мужской поступок. В отношении детей не смейтесь. 7 месяцев. Почему он погибает? Это вы уверены, что из-за недоедания? Так, 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 на место. Все назад. Прекратите. Все назад. Тихо. Все назад. У меня драться не надо. Спасибо. Я все это понимаю. Но еще раз говорю, если вы приезжаете сюда, да потому что вот это детей убийств, спокойно. Прекращайте цинично улыбаться. Потому что когда вы говорите, что сами отцы и деды, которые воюют за свою свободу, убивают своих детей, я это не понимаю. Во-первых, успокойтесь. Прекращайте. Подождите. Но это все провокация, просто нет слов. Извините, нет, и успокойтесь оба. Во-первых, нельзя... Вот это заготовки есть дешевые. Спокойнее. Во-первых, нельзя людей трогать руками. Нельзя. Раз. Второе. У разных людей есть разные мимические особенности. Никто не улыбался, никто не смеялся. У господина Ковтуна так устроена мимика. Он не пытался ни в коей мере не оскорбить память ребенка, ни его семью. Поэтому давайте без истерик, успокойтесь, поправим галстук, а пока реклама. Ни врачи не приходят и так далее. Из Донецка люди за едою. Еще раз. Покупают там еду и везут в Донецк. Это МВД Собчак. Ну сколько можно вот этой спекуляции? Семимесячный ребенок. Это трагедия. Послушайте, вы спекулируете. А почему умер? Вы сейчас заставите меня совершить мужской поступок. В отношении детей не смейтесь. 7 месяцев. Почему он погибает? Это вы уверены, что из-за недоедания? Так, 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 на место. Все назад. Прекратите. Все назад. Тихо. Все назад. У меня драться не надо, спасибо. Я все это понимаю, но еще раз говорю, галстук если вы приезжаете сюда, да потому что вот это детей убийств, спокойно. Прекращайте цинично улыбаться. Потому что когда вы говорите, что сами отцы и деды, которые воюют за свою свободу, убивают своих детей, я это не понимаю. Во-первых, успокойтесь. Прекращайте. Подождите. Но это все провокация, просто нет слов. Извините, нет, и успокойтесь оба. Во-первых. Нельзя. Вот это заготовки спокойнее, есть дешевые. Спокойнее. Во-первых, нельзя людей трогать руками. Нельзя. Раз. Второе. У разных людей есть разные мимические особенности. Никто не улыбался, никто не смеялся. У господина Ковтуна так устроена мимика. Он не пытался ни в коей мере не оскорбить память ребенка, ни его семью. Поэтому давайте без истерик, успокойтесь, поправим галстук, а пока реклама.